будем называть пупсика. Пупсика. Малыш. Для самых маленьких мам, да? Пупсика Полиночке купили. Будем открывать, что ли? Давай, вот такая большая коробка у нас. Давай откроем. Ох, ножик надо, ножик. Так, что тут завязочек-то у нас куча, да? Помогать нам кто будет? Няня. Сестренка Ирина? Да, а я. Давай, развязывай. Давай, мусор в одну кучку складывайте. Вот, бутылочку уже я какую-то нашел. Ну, посмотри. Молочко, да, туда наливать? Так, коляска у нас привязана. Посмотри, там открывается бутылек-то? Крышечка откручивается? Или нет? Не откручивается. Проволочки, что не вытаскиваешь? Ну вот еще тут куча-куча всяких. О, упаковка. Так, это что у нас? Шапочка. Фартучек какой-то. Шапочка. Шапочка. Это кепка. Кепочка? Ну-ка там сделай. Да подожди. Так, вот так, колясочка, да, у нас такая? Няня, помогай ее разворачивать. Ну и пупс у нас вот такой. Тут можно на нем... Полина уже в такую не сядет. Поить можно? Вот такой пуш, да? Классненький. Не снимается она. Можно снимать, но она, видишь, тай, приделанная. Пупсика, тут. Пупсика, тай. Давай, давай. Пауза? Нет? Ничего, получается коляска? Вырежешь? Вот такая колясочка у нас получилась. Да. И вот такой пупсик. Это ему кепку. Кепку? Да, подожди, там нужно вот эти штучки убрать. Давай, я их отрежу сейчас. Сейчас мы его посадим. Он хочет пить. Он хочет пить? Давай ему дадим попить. Да. Что он пьет-то? Молочко? Тут он пьет... Или водичку сладкую? Водичку. Водичку? Вот такую косыночку можно одеть на него, надержи. Подожди, я вот эти отстригу. Тоже убираются тут они. Хочется никак. Есть еще вот такая картоночка. Тут можно написать имя, дату рождения, время рождения, вес, рост. Напишем? Да. Потом напишем. А что, ручку возьмите, да напишите сразу. Вот смотри, можно тут... Посылочка. Вот он, лысенький вот такой. Это мальчик или девочка. Мне кажется, девочка. Имя-то какое придумали ему? Нет, он девочка. Как девочка зовут? Это. Как зовут его? Да. А где у него шапка? Шапочка вот у него. Ну-ка, примери. Вот это? Розовую. Розовую? Да. Подожди, я вот эту примерю ему. Ну, она тут привязана. А, это этот. Сопливчик. Его можно вот так одеть, завязать, да? Да. Чтобы на одежду-то, чтобы не капало. Вот, да. И шапочку. Одень шапочку. Вот. Вот такой прикольный. Ага, малыш такой. Ну-ка, на, попай его. Принеси нам ручку. Можно и на колясочке, да, его катать теперь? Да, и заглушечки что-то тут не подходят, вылетают, что ли. Ну что, классненькая? Да. Это я, мой пупсик. Ой. А это ему вот сюда куда-нибудь так же положи сбоку. Сейчас принесу. А где? А, он ее может держать на руках? Не может? Нет, дай. А сзади есть кармашек? Нету ничего? Ну ладно тогда. Вот какие глазки голубенькие, красивые, щечки, и губки. Нет, он хочет пить. Ну пусть пьет.
Не, нужно имя какое-то придумать. Будь Какое он... имя ты ему придумаешь? Будь он Саша. Саша будет? Да. Ну он давай Саша его назовем. Пиши Саша. Дата рождения. Сегодняшняя, да? 16-е. Саша. Сегодня родился. Мы его распечатали из упаковочки, да? И как будто он сегодня родился. 16.06.2016 год. Так, время рождения у нас... На 5. И 22 часа. 22.00. Он хочет пить. А сколько вес-то у него напишем? Он хочет пить. Водички туда еще налить надо, да? Нет. О, так она не открывается. 300. 200. Бутылочка с дозатором у него. 200-300 грамм. Да легенький вообще. Грамм 50, наверное, вес. 50 грамм он весит. Он не хочет, ну пиши 100 грамм, ладно. Не хочет? Ну доставай тогда. А рост? На колясочке он будет на улице, да, наверное, с тобой гулять? Будешь катать его, да? А рост? А Сашика его где-то 25 а рост? Сантиметров. 25 сантиметров. Мы его можем померить рулеточкой. Вот так. 25 сантиметров. Нужно поправить. 25? Пиши 25. Вот. Сашулька, да? Да. Давай, колясочку. Вот такую карточку мы сделали. Имя ну, Саша, все. Дата рождения 16.06.2016. Везде шестерки. Время рождения 22.00. Вес 100 грамм, рост 25 сантиметров. Да. Давай его вот сюда на колясочку прицепим. И пусть он у нее. Чтобы не потерялся он. А то потеряется. Бирочка это будет, да? У него вот так, бирочка. Все, она не мешает. Тут сбоку пускай болтается. Дома. Отвязать? Ну, отвязывай. Да. Не, отвяжи. Там твоего дома. Катать будешь его? Да. Когда на улицу пойдем, привяжем, да? Вот прикольный такой малыш. Нравится малыш-то? Да. Мне тоже нравится. Тебе няня нравится? Да. Всем нравится. Классный, да? Да. Фантастика. Колесики тебе классные. Классные колесики. Чё? Ну чё? Всем пока. Всем пока. Ставь лайк. Да, поехали. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На мой канал. Пока-пока. Пока-пока.